Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня великолепная новость, но только для тех ребят, которые любят покупать себе камуфляжи. Я к ним не отношусь, я не понимаю, зачем отдавать стоимость половины премиумного танка, либо вообще стоимость премиумного танка, в зависимости от того, какого левела брать, ради того, чтобы просто разукрасить свою машину, ну и кроме какой-то внешней красоты и изменений, больше ничего не получить. Но, ребятушки, если вы любите камуфляжи, то, пожалуйста, для вас разработчики закинули просто обалденную коллекцию камуфляжей. Некоторые из них даже мне нравятся, хотя я скептик в этом направлении. Так вот, ребят, от мала до велика, начиная от 200 голды за камуфляжик на ПТ-шку песочную и до 3200 за машинки, точнее за камуфляжики на машинке верхних левелов. Короче говоря, ребят, что вам могу сказать? Могу сказать следующее. Если вы реально готовы отдать вот 2500 золота, за которое можно приобрести себе что-нибудь, ну, интересненькое. Допустим, у вас есть Super Conquire, и вы хотите, чтобы он был именно в таком камуфляже, но и, соответственно, вы не хотите за 2500 купить себе какой-нибудь песок 5 или 6 левела в составе набора, в который будут входить какие-нибудь контейнеры или еще что-нибудь. Вот вам, пожалуйста, разработчики специально для вас постарались и выложили это предложение. Я же вот это вот все расцениваю следующим образом. Грядет новогодний аукцион, и мне почему-то кажется, что разработчики хотят немножечко подоить вас на голду сейчас, для того, чтобы потом, ну, подстегнуть вас задонатить в игру. И что-то мне подсказывает, что многие на это дело поведутся и потом будут судорожно покупать золото для того, чтобы участвовать в новогоднем аукционе. Я этого делать не буду, хотя, как я уже сказал, очень большое количество данных аппаратов у меня коллекции есть, и на некоторые из них мне действительно заходят камуфляжи, но в целом, ребят, я вам скажу таким образом. Вот смотрите, откроем мы вот этот камуфляжик на Чифтейна МК-6, который будет, кстати, ребят, на аукционе как топовая машина. По крайней мере, так его презентовали. И вот смотрим на него в этом камуфляже. Скажу честно, мне он нравится. Он реально прикольный, он реально красивый. Вопросов абсолютно никаких нет, но 2550 голды просто за красивый внешний вид, тогда, когда мой товарищ стоит вот такой вот в таком камуфляже, и играется он абсолютно ровно точно так же. Я не отговариваю вас тратить вашу голду. Это ваше золото, и вам решать, куда его тратить. Но просто, ребят, попытайтесь быть рациональными, особенно накануне новогоднего аукциона. Короче говоря, ребят, кому интересно, не пропустите, заходите, покупайте, если вам это надо. Ну и пишите свои комментарии обязательно под видео по поводу вашего мнения в отношении всех вот этих вот предложений. Если вы за честность и за честные обзоры техники и товаров в магазине такими, какие они есть, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, отблагодарите, пожалуйста, меня за мои труды своими подписками и лайками. В том числе, ребят, если вы хотите помочь развитию канала, есть ссылочка на донат, буду вам безумно благодарен за финансовую поддержку моего начинания. Мне бы очень сильно хотелось покупать как можно больше товаров в магазине и делать на них обзоры, для того, чтобы кто-нибудь не наступил на грабли, если этот товар не стоит того, чтобы его приобретать. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.